Раз приветствую вас на нашем всероссийском wellness-завтраке. И мои первые слова – это слова благодарности организаторам этого проекта, а также всем спикерам, кто выступал на wellness-завтраке, и также кто будет выступать, потому что реально это классный, грандиозный проект, когда мы с вами вместе смотрим, слушаем постоянно новые истории wellness, а также узнаем фишечки применения продуктов, какую-то полезную, важную информацию о правильном питании и здоровье. И сегодня у меня не совсем стандартная тема. Мы с вами поговорим о wellness и беременности, а также о том, как wellness плюс упражнение, самое такое коротенькое упражнение, которое занимает очень мало времени, приносит максимально максимум пользы. И вы получите результат. Итак. По традиции, каждый wellness-завтрак мы начинаем с глотка чистой воды. Мы все с вами уже знаем о правильности нашей водички и что нужно утро начинать не с кофе, а с воды. Я сегодня не буду подробно рассказывать о важности воды, почему? Потому что вчера Аня Власова отлично рассказала эту тему, если вы не были на вебинаре, поэтому обязательно посмотрите в записи. Я сэкономила время для того, чтобы рассказать два важных блока, о которых я расскажу вам. Моя история уникальная, факты о wellness, да, потому что очень многих, скажем так, есть вопросы про беременность, можно употреблять wellness во время беременности, о том же, наверное, вы все, многие слышали о том, что у нас в компании Reflame Baby Boom очень много беременных с wellness. Как произошла моя история? Я узнала о wellness за полтора года до того, как он был внедрен, стал продаваться в компании от Екатерины Акопян, ну, вы знаете, кто это, наши топ-лидеры, вот, они в это время уже начали принимать коктейль, она меня угостила, рассказала, начала рассказывать вот с такими глазами, насколько это классный продукт, и что за 4-5 месяцев применения она получила, начала перечислять результаты, все, которые мы с вами уже знаем, да, это состояние, укрепление иммунитета, волосы, ногти стали лучше. Поэтому, когда он пришел в Россию Wellness и стал доступ только для директоров, конечно же, я первым делом я купила, несмотря на то, что у меня был печальный опыт, скажем, с другими БАДами, и я зарекала, что никогда ни за что БАДы принимать не буду. У нас такая история, что 10 лет мы с мужем не могли, ну, мне не удалось забеременеть, и как мы только не лечились, я делала 3 подсадки Coexi, кто знает, и это очень сложная процедура, так что меня настолько перепичкали всякими гормонами, таблетками, уколами, что довели до реанимации и сказали, что больше мне нельзя проводить таких процедур, потому что моя жизнь, скажем так, последняя манипуляция, я уже писала о том, что прошу в моей смерти никого не винить, ну, серьезно, меня очень, ну как, с того света, скажем так, вытягивали. Вот, это очень сложно, я все бросила и, ну, как бы сказала, что все, будем больше им заниматься, ну, как на воле Господа Бога, как говорится. И тут я узнаю, как раз-таки я узнала это об этом в Риме, думаю, когда у нас была конференция, мне было очень плохо, меня постоянно тошнило, думала, что это перелеты первым делом, ну, задержки у меня постоянно были, приезжаю домой, тут же сразу бегу к врачу и узнаю, что у меня уже большой срок беременности, у меня было счастье, но в этот момент, как я только узнала, что я беременна, я тут же ушла в декретный отпуск, я буквально еле перемещалась, была вот настолько дорожила своим ребеночком, да, никому не рассказывала, и только потом я начала узнавать, что оказывается у нас пошел бэби-бум. И с момента, как wellness пришел в Россию, разница буквально была там несколько, 1-2 месяца, и повальный бэби-бум тех девушек, которые не смогли забеременеть. Я начала, естественно, как бы
Я могла себе позволить самых лучших врачей. На тот момент я жила ну, в Алтайском крае, и в Барнауле все высшие специалисты высшей категории. Я всех спрашивала, а вот смотрите, мог ли так wellness повлиять, потому что кроме wellness у нас не было никакого лечения. А все специалисты, изучив состав, смотрели, говорили «да». Почему? Потому что там содержится вот это, вот это, вот это, вот это вот, да, потому что это влияет на наше правильное питание, витамины влияют на общее состояние здоровья, на каждую функцию в организме, то есть какой-то был сбой, что-то не хватало у меня, у супруга, то есть вместе вот так, ну вот, получилось, да, кто девушки, кто планирует забеременеть, кто уже, скажем так, в положении, можно ли применять wellness-продукцию. Я вам настоятельно рекомендую обязательно проконсультироваться с вашими врачами, причем несколькими врачами в разных направлениях. Да, конечно, мы где-то 4,5 месяца принимали wellness-коктейль и витамины. Причем, если муж не пропускал ни одного раза, я могла как-то пропустить, забыть, то есть как-то могла через день, иногда каждую неделю принимая, потом 2-3 дня пропускала. Вот. Я коктейль относилась как просто к питанию, правильному питанию. Вот. Поэтому вернусь к теме о том, что про... Врачи, обязательно проконсультируйтесь у врачей, у опытных врачей, обязательно покажите им их состав, чтобы они изучили. У меня двое из трех специалистов высшей категории, это, как правило, краевые специалисты, кто изучал состав, попросили этот же коктейль, витамины для них купить. То есть они были настолько поражены составом, то есть wellness тогда только начинался. Ну и потом, как говорю, мы узнали, что прошел сплошной бэби-бум. Следующее, то, что когда я узнавала и написала историю на своем сайте о моей беременности, каждый месяц буквально начали писать женщины, что там произошла беременность. У меня в команде два человека, кто также забеременел благодаря wellness, точнее, нет, сейчас, наверное, больше, но вот конкретная история, кто долго не мог иметь деток и забеременел, да, вот, это вот два человека в команде. Когда у нас объявили о том, что у нас мы можем поехать в Швецию, в Игелезу, я, конечно же, поехала, и у меня был главный вопрос к Дегустену. И я его задала, да, ну, поехала, да, как раз-таки с целью о том, что изучала ли Стикстен как раз таки те случаи, что женщины, которые долго не могли иметь детей, забеременели, и у них с wellness'ом отличное самочувствие, отличная беременность шла, никаких вообще никаких проблем, все детишки рождались здоровыми, очень сильным иммунитетом, что он может по этому сказать? Он сказал, да, очень много историй он слышит и поступает это из разных стран мира, вот, но детально не изучалось. Что он хочет, ну, что он сказал, что wellness, так же, как и мне врачи рассказывали, wellness – это не лекарство, чтобы забеременеть. Wellness – это то, что было необходимо каждому человеку. И он рассказывал всем, что неважно, какое заболевание было у людей раньше, и типа излечивали, что происходило. Смысл какой, что утром, когда мы просыпаемся, у нас кровь чистая, пустая. Во время сна у нас происходит восстановление клеток, и кожа, регенерация, обновляется буквально 300 миллиардов клеток и с разных систем. И утром, когда мы просыпаемся, если у нас будут правильные белки с утра, если у нас будут поступления витаминов нужных, важных, да, то следует дальше, правильные клетки рождают правильные клетки. Если у нас не будет хватать каких-то белков, клетка состоит в основном из белка, да, там большой процент, и каких-то нутриентов, каких-то вот витаминов, то неправильные, ущербные клетки
рождают ущербные клетки. Ущербные клетки не могут рождать здоровые клетки. Если есть, вот как раз-таки вот это была проблема на самом деле, в том, что мы с вами недостаточное количество витаминов, мы с вами рождали ущербные клетки, здесь избои функции организма, вот здесь вот и были какие-то проблемы. Все оказывается достаточно банально просто. Вот, и поэтому с тех пор, вот уже много лет, уже более, практически, ну да, можно сказать, 7 лет, даже чуть-чуть больше, да, wellness стал неотъемлемой частью нашего завтрака, и давайте с вами вместе его проведем, а потом я отвечу на вопрос, дорого ли well, ну, скажем так, коктейль, да. Я приготовила половину стаканчика воды, иногда я делаю это больше, я его развожу, вот у нас есть вот такие вот емкости, я пересыпаю всегда коктейль, мне гораздо удобнее его применять. То есть в основном я делаю не одну ложечку делаю, добавляю коктейли, а полторы. Для себя делаю иногда две, потому что мой завтрак это утро, да, начинается с коктейля. Я не могу с утра принимать пищу. Мне, например, как-то утром тяжело приходится, может быть, потому что я поздно ужинаю. У меня муж приходит порядка, ну, скажем, 8-9 часов вечера, поэтому я стараюсь, ну, скажем так, может быть, организму хватает. Поэтому для меня это идеальный вариант. Не буду выпивать полностью коктейль. Поздравляю вас. Вот, я думаю, что вы как раз сейчас будете слушать дальше мою историю, эту тему, да, и будете также принимать со мной коктейльчик. Так, а вот буквально недавно, да, как раз-таки, как я сейчас рассказываю о wellness, я рассказываю о том, что как раз-таки кровь пустая, чистая, и смотрите, с утра, вы можете вот это количество продуктов с утра сразу съесть? Нет, а в течение дня, представляете, 6 килограммов продуктов вы можете съесть? Нет. Посмотрите, какой большой состав. Недавно я зашла онлайн на сайты и прям посчитала, и зашла на сайт Лента, Ашан, еще, по-моему, какие-то сетевые, и средняя стоимость продуктов посмотрела по России. Получается, что вот этот состав продуктов, который заменяет нам wellness pack и коктейль всего лишь по одной порции, вот одна порция в день, это 947 рублей. Если посчитать wellness pack плюс коктейль с подпиской, обходится 129 рублей в день. Мы не учли, еще есть у нас 10% скидка премьер-клуба, если вы берете 3 продукта в месяц, 150 баллов. У нас есть 50% на один продукт по премьер-клубу, и есть у нас скидка от 3 до 22%. Это вот как раз-таки о том, что wellness дорого. Вот, наверняка вы, посещая wellness-завтраки, уже слышали много потрясающих историй. У каждой семьи, у каждого человека какая-то своя история. Вот, когда я была беременная, я наслаждалась этим положением, я набрала 25 килограмм. Вот, скажем так, практически быстро скинула, наверное, 20 килограмм, ну, буквально за полгода скинула обратно 20 килограмм, и я не знаю, то есть почему-то все фотографии, когда я только родила, мне они не нравились, я удаляла, потому что вот эти вот, ну, понятно, 25 килограмм набрала, плюс, когда после родов у меня был, ну, плюс 15 килограмм, скажем так, уже отличалось 18 от прежнего веса. Я себе не нравилась. В принципе, я выглядела нормально, но в области живота, то есть какой-то жир, я была очень, ну, скажем так, мне не нравилась моя фигура, потому что во время беременности я не соблюдала правильное питание. Я ела все подряд. Каждую неделю у меня была какая-то кухня, грузинская, итальянская, китайская кухня, то есть я просто экспериментировала, я просто кайфовала. И от этого набрала реально жир там, где не нужно. Вот, да, я бы сбросила, в принципе, все килограммы, я достаточно, у меня хорошая фигура, я ее быстро восстановила, но вы знаете, вот из-за того, что я веду сидячий образ жизни, работаю за компьютером, у меня
в принципе, как и у многих девушек, кому за 30, есть, скажем так, проблемы в области живота. Мало того, что у меня такая, как бы, состояние такой, ну, скажем, фигура, что буквально, если я съем немножечко, то это откладывается все время в животе, и все спрашивают, на каком я месте беременности, а не на, там, на третьем, на четвертом уже, я не знаю, это каждый год на всех мероприятиях, на всех конференциях меня поздравляют, что я беременна. Я всем отвечаю: нет, я не беременна. Нет, я не беременна, это просто так. И меня все время это раздражало, я не знала, как убрать живот. Я не знаю, как у вас, есть ли с этим проблема, но вот у меня вот поэтому я вас очень прошу, на конференциях не подходите, не спрашивайте, беременна ли я. Даже вот сейчас в Инстаграме мне фотографию я с Лазарем сфотографировалась, немножко тень падает там с платьишком, меня уже дают, беременна ли я. Нет, я не беременна. Вот. Просто, может быть, ну вот, скажем так, это кажется так. Вот, и поэтому, вы знаете, вот о планке я слышала очень много, долго, и, наверное, первое это было в Китае у нас, наверное, года 3, наверное, назад, когда была конференция для новосибирского филиала. Ну, скажем так, я позанималась и бросила, как, в принципе, многие. И меня смотивировал на планку мой супруг, когда он приехал с очередной командировки и говорит: Ира, ты представляешь, у меня друг, вот буквально там месяц назад я приезжал, у него был пивной животик, сейчас приезжаю, нет, мы все спрашиваем, что такое, что случилось, он говорит, я начал заниматься планкой, буквально пару минут в день, и все, живот за месяц ушел. Муж начал заниматься планкой, я никогда не видела, чтобы он занимался зарядкой, поэтому, когда он начал заниматься, ну, соответственно, я начала заниматься этим. Планка – это просто обалденное упражнение, которое буквально от 30 секунд до 5 минут, когда вы делаете, ну, 5 минут – это вообще для спортсменов, я считаю, то полностью все мышцы прокачиваются, полностью. Мы начали искать приложение. А, да, минуточку, сейчас я еще расскажу о приложении. Я начала изучать о том, как женщины свою фигуру восстанавливают именно только планкой, я обалдела. То есть все наши проблемы, да, это не эстетичные, кстати, ну, фотографии, некрасивые, это фотографии не моделей, а реальных женщин, у которых у всех в области спины начинают складочки, да, вот такие вот цветы неприятные. Ну, это, к сожалению, возрастные изменения происходят, да, но посмотрите, какие результаты женщины получали. То есть все вот эти вот ушки уходят, начинается восстановление, становится красивая фигура, и все это только благодаря планке, ну, опять же таки, правильному питанию. Мы все с вами знаем про правильное питание, про wellness, все нам в помощь, но чего-то, вот, например, мне вот чего-то не хватало. Вот, и я начала искать планку, опять же таки, самой планку делать просто, вот потом я вам расскажу, ну, скажем, через время, когда я, так, нет, сейчас, хорошо, окей, вернусь, вот я нашла вот это приложение Wellness Планка, оно показалось мне идеально. Классно. Оно состоит из 5 упражнений, и каждый день начинается буквально, может, там с 20 секунд, и каждый день прибавляется, прибавляется, прибавляется. Минус этого приложения тем, что оно слишком много прибавляет вам норму. И я вам скажу, что так как я позвала с собой очень большое количество человек, я просто не могла уйти с дистанции, и я начала выполнять эту норму. Максимально, что я дошла до 17 минут упражнений вместе комплексно. Я могла стоять на руках 4 минуты, и потом я бросила заниматься именно по вот этому приложению, потому что, ну вот, я поняла, что больше, ну, то есть, вот у меня, например, в команде есть девочка, она занимается на брусьях, она спортсменка, она родила после родов, она говорит, Ирин, и она дошла со мной до уровня там, там разные, там, вот, например, сейчас вот я максимально зашла до атлета. Она говорит, Ирин, я понимаю, что я тоже на атлете, я понимаю, что мне очень сложно. То есть вот это минус приложения. Но, вы знаете, какой плюс, что это приложение можно, вот вы дошли до максимально предельного, вот максимально, еще неделю позанимались максимально предельно, потом вы его удаляете и заново начинаете. Если вы бросаете использовать это приложение, начинаете сами делать, все, эффект теряется, ничего, эффекта нет.
Результата того нет. И вот мы получили мгновенные результаты, очень много людей вошли в этот проект Wellness Planka, и вот вы видите результаты, то есть буквально за 9, 10, 12 дней, то есть минимум килограмм, 2-3 у кого-то килограмма, вот вообще они исчезали, это те же wellness продукты, все, но буквально вы добавляете 2 минуты упражнений в день, у кого-то 5 минут упражнений в день. Я думаю, что 5 минут каждая женщина может себе выделить, и вот это все, вот самая проблемная наша зона уходит. То есть вот действительно вы получаете от этого кайф. За 40 дней проекта, вот это мой, скажем, результативный, это я на уровень атлета вышла, то есть на тот момент я специально не меняла ничего в своем питании, я все делала то же самое, также употребляла wellness, все сделала то же самое, но у меня ушло 3,5 килограмма. Девочки, я вам покажу другое приложение сейчас, которым я пользуюсь. Вот. Также вы можете увидеть вот это вот планка, просто увидите, оно все время просто сдаете в Google, в Play Market, либо в App Store, в зависимости от того, какой у вас телефон, где вы качаете приложение, вот такой значок планка. Вот. Но это приложение нужно удалять. Сделали, максимально достигли своего вот нормы, еще раз неделю к этой норме позанимались, видите, что вообще никак-никак, удаляете заново, заново переустанавливаете и начинаете там немножко просто дольше, побольше времени. Начинали, например, с 20 секунд, сейчас 30 секунд и также до упора, то есть недельку-полторы вы занимаетесь, потом удаляете и заново. Это минус приложения. То есть если взять мои параметры, у меня минус 3,5 килограмма, то есть я вот смотрю 67 килограмм, то есть максимально у меня ушло где-то 64-65 килограмм я сейчас вешу, то есть получается 5-6 килограммов я убрала при помощи этого приложения, скажем, этих занятий, плюс, скажем так, конечно же, я больше стала, ну, это еще и в комплексе, потому что у нас еще пошел проект Wellness прокачка. Мы создали сначала два чата. Сначала все зашли, все желающие, начинающие, и потом, конечно же, все начинают, многие бросают, и потом те, кто действительно продолжал и переходил по приложению на любитель опытный, то есть там повышался, ну, скажем так, упражнение, да, мы переводили в другой чат, где уже более детально все обсуждали. Это действительно была фокус, такая вот группа. Мы сделали таблицы контроля на Google диске в открытом доступе, также в зависимости от уровня по приложению, они составляли из таких параметров: фамилия, килограммы, параметры, да, какие продукты wellness, комментарии какие-то, что, как мы себя чувствуем с этим приложением, что происходило, что покупали. Также, естественно, с этим буквально, то есть можно по этой фишке можно приглашать также на планку, заниматься буквально 5 минут в день, потом рассказывать, каждая худеющая девушка сразу вспоминает, что нужно правильно питаться, тут же мы рассказываем у нас есть правильное питание, рассказываем о нашей продукции, о полезности wellness, и смотрите, если мы, скажем, в идеале сделаем по системе MLM, да, проект планки, то если мы начинаем одни, за 2-3 недели приглашаем 5 человек на планку с продукцией, на второй каталог мы 5 людям приглашаем также пригласить по 5, на третий каталог делаем то же самое. 156 человек, если они будут заказывать всего лишь 2 продукта wellness, мы становимся директором. На третий каталог, если будет заказано 2 продукции, например, мы это делаем парами, да, пару, да, находим пару, например, я с супругом, да, wellness, коктейли wellness pack, да, то есть это получается, что 2 пары 196, ну, 200 баллов, плюс продукция из каталога, потому что, ну, это понятно, логично, что мы покупаем еще дополнительную продукцию, то есть 30 пар, и мы становимся директором, то есть всего 30 пар. Вот, если вам нужен лишний жир, нет, тогда продавайте дорого его, дорого продавайте. Какие результаты мы получили? За один каталог, у нас за один каталог, когда мы стартовали по wellness-планке, у нас сразу увеличился процент wellness потребления в 2 раза.
что произошло через полгода? Давайте вернемся. То есть, если мы в четвертом каталоге у нас зеленые, это просто супер результаты, были 20% wellness, и мы считали, что вау, это круто, да? Вот, а начинали мы там 4, 6, 7%, то через полгода, благодаря проекту и wellness прокачке, у нас, смотрите, да, то есть у нас уже 20, это в команде минимальный процент, и сейчас есть до 57%, и мы сейчас так же, как и компании, фокусируемся на wellness, на wedge, мы также все время постоянно держим на этот фокус. И мы с каждым месяцем, с каждым каталогом, мы все показатели сравниваем и, конечно, нашу же динамику. Мы запустили с компанией, вместе с компанией Reflame проект Wellness прокачка. У нас сейчас заканчивается этот проект и подведем итоги его в понедельник. Вот это вот середина проекта, когда мы выбрали топ-10 результатов, где мы взяли, сравнивали процент wellness. Мы туда также добавили wellness планку. У нас минимум каждый день, раз в неделю идет занятие, плюс моя команда получает записи wellness завтраков. Вот, и мы видим результаты, что буквально за 5-6 недель, то есть это минус 7 килограммов у кого, да, видите результаты, у кого 3 килограмма, у меня ушло 3 килограмма, то есть я считаю, вот как раз-таки начала заниматься, вот это была такая вторая волна классная, первая волна, когда я начинала wellness-планку, то есть я убрала 3,5 килограмма, и вторая волна у меня пошла, когда я начала, опять же таки, я, как и все девочки, я сделала этот проект, я получила офигенные результаты, было лето, отпуск, и как все, я забросила. Вот, поэтому я начала возвращаться к планке, потом бросала, потом опять, и wellness-проект заставил, стимулировал меня заниматься более, ну, еще раз заниматься. А дальше, опять же таки, это буквально с утра сегодня я увидела, что один из лидеров проекта у нас выставил, записал коротенькое видео, что за 12 недель она сбросила 14 килограмм. Это, считаю, потрясающие такие результаты, но это еще не все участники проекта выложили результаты. По приложению. Буквально недавно я нашла себе более лучшее приложение. Вот вы видите, сделайте принтскрин экрана. Вот, мне понравились больше всего для пресса. Вот самое ABS Workout. То есть там помимо планки вы можете выбрать комплекс упражнений, например, экспресс-подборка. Там включается та же самая планка, там же выставляются секунды и добавляется еще и не статично, а еще другие двигательные упражнения. Вот. Выставляется количество кругов, выставляется количество секунд, время подготовки, учитываются ваши параметры. Вот. Также, например, я выбрала себя для себя упражнение «Еще идеально попка», я подкачиваю ножки свои, потому что они должны выглядеть всегда красиво. То есть вот сейчас, это на данный момент, я пользуюсь этими приложениями, они меня намного больше устраивают. Ну и заключение нашего wellness-планки, wellness-завтрака, хотел поделиться новостью. Буквально сегодня, 6 часов назад, новость, что мы победили, победитель премии Allure Best of Beauty с помадой, жидкая помада Mousse The One Lip Sensation. Это классно, это просто потрясающая новость. Каждый год мы всегда побеждаем в этой номинации с разными продукциями. Компания выставляет разные продукции, и мы все время победители. Это классно, это супер новость. Надеюсь, моя информация вам была полезна. Я попыталась уложиться в 30 минут, потому что у нас сейчас начинается топ-вебинар с Натальей Гришаевой, поэтому я приглашаю всех топ-лидеров, переходите на другой вебинар. И завтра я вас всех приглашаю на всероссийский wellness-завтрак, который будет проводить Татьяна Белкопытова, это менеджер с города Новосибирска. Все, всем успехов. Я, наверное, не все успела вам рассказать, потому что действительно очень много можно рассказывать по каждой области, поэтому если будут вопросы, вы пишите мне в личку. Все, всем пока-пока, до новых встреч!